Ну дивіться, у вас діти є? Ні. Немає? Ні. Ну добре, у мене діти є. Розумієте, у цих людей діти є. Що їм достанеться? От взагалі, ну це просто капець. Дерева вирубаються, подивіться, вони всі повалені. Це просто капець. Ну, ви розумієте, що це порушення, ну, законів, чи ні? Та, ну це ж не дерева, це ж кусти. А ділі на себе, а кому тільки клоуни бігаєте? Не надо быть клоуном! Слушай, дружок, блин, если бы я был бей, я бы так зарядил сейчас так! Давайте. Я не грублю, я говорю, что вы ты сюда приехал по какой-то чьей-то потому что я работе! Оль, вы сейчас его угрожаете? Оставим, Вова! Оставим этот Запорожец, поехали! Закрой, теперь поехали! А почему вы узнаете? А кто ты такой? Я чудик. И что, сотрудник? Где ты сотрудник, блин? Я не вижу. Вот мое удостоверение. Я командую, потому что моя территория, уважаемый. Значит, мы вас сейчас предупреждаем. Если вы сейчас покидаете место, они покидают, они покидают. Я сказал, покидаем. Я сказал, покидаем. И ты тоже покидаешь. Я сказал не трогать, потому что это будет квалифицироваться как противодействие. Вы понятно? Ну а почему вы ему приказали только что забрать вашу машину? Потому что он находится на моей территории. Мы наткнулись на технику людей, подъехали сюда, попросили документы, на что не получили ответ. И ни документов, ничего не получили. То есть, ну, как бы мы доложили нашему начальству о нашей находке. И наше начальство сказало вызывать следственно-оперативную группу, что мы и сделали. После чего приехал Хама Юрий Васильевич и начал забирать работников, которых мы задержали, забирать к себе в машину, садить и увозить их в неизвестном направлении. После чего мы препятствовали этому. Вот, он начал оскорблять, угрожать, что он нанесет телесные повреждения. Вот. Мы это расценили как угрозу. Да, еще угрожал нам, что мы с понедельника будем стоять на бирже труда по безработице, что мы больше не будем работать.